Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут под теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоят мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Ребята, посмотрим аккорды данной песни. Тональность песни си минор, второй лад, нижняя посадка, БМ аккорд. Ну, если хотите по старинке, HM. Следующий аккорд G. Следующий аккорд EM. Следующий аккорд А. Следующий аккорд Д. И аккорд F диез, мажор. Также встречается аккорд F диез 7 без мизинца и аккорд F диез минор в припеве. Вот. Если вы спросите, как эту сыграть песню без барре, скажу вам, что без барре в любой тональности не сыграть. Вообще в любой. Посмотрел все тональности, так что давайте лучше в оригинале смотреть эту песню. Песня начинается с куплета и с такого вот перебора в правой руке. То есть перебор восьмерка. Дергаем бас. Третья, вторая, третья. Первая, третья, вторая, третья. Следующий аккорд G. И начинаем дергать с шестой струны. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Все через третью. Дальше в течение куплета у нас идет аккорд А. И снова БМ у нас по куплету. Дальше продолжаем куплет. Опять-таки БМ дергаем. G. Дальше аккорд ЕМ. Уже развиваемся. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. А дергаем с пятой струны. Пятая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд Д. Четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Снова аккорд G. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд ЕМ. Шестая. И аккорд F диез семерочка. Если не получается, играйте просто без семерки. То есть шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. И начинается припев. В конце проводочка и уже припев. Сейчас посмотрим, как петь куплет, а потом перейдем к припеву. Чтобы спеть куплет чистый и красивый, вообще не сфальшивить, ну или хотя бы примерно знать, что петь, нужно рассмотреть мелодии, которые появятся в голосе. Сейчас покажу их на гитаре, вам нужно их здесь научиться играть и, соответственно, голосом воспроизводить эти самые ноты. Начнем с четвертой струны, нота Ре. Вот такие вот ноты нужны, то есть нота Ре, потом второй лад, четвертый лад, потом открытая, четвертый лад, пауза небольшая. Потом мы играем четвертое, четвертое и пятое два раза, то есть... Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. Дальше что играем? Опять-таки нота Ре. Два раза нота Ре и один раз Ми. Самый чист. Снова Ре, Ми. Ля, Ми, Фа, Фа. Ля еще зацепляем. Третья струна на втором ладу. За вторым разом повторяем то же самое. И бегут по теплым лужам. Дальше смотрим. Нота соль, пятый лад, второй лад. Открытая вторая. Второй лад. Второй струны. То есть... Вот такие вот ноты. И бегут по теплым лужам.
босоногие девчонки. Дальше. То есть вторая и третья струна нам нужны. Вторая струна на втором ладу. Третья тоже на втором. Потом пятый лад. И третий лад второй струны. Дальше соль, ми, соль, ре, до диез. То есть... Дальше ре, ми, фа диез. Ре, фа диез. До, си. Еще раз. Школа, школа, я скучаю. Как мы быстро повзрослели. В конце доигрываем на одной ноте си. Потом до, си, до. И начинается припев. Играем ноты ре, до диез, си, ля. То есть два пуллофа подряд. И берем аккорд М. И начинается бой. Какой же здесь бой? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Аккорды здесь ЕМ, F диез минор и БМ. Два раза. То есть чередуем все это дело и бой делим пополам. То есть на ЕМ два раза вниз, на F диез минор вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, БМ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Не два раза, а просто дольше сидим, чем на других аккордах. То есть здесь нужно петь самый известный и знаменитый припев. Но как же его петь? Опять-таки нужно посмотреть ноты, чтобы его спеть. Вот такая вот мелодия в голосе звучит аж 4 раза, то есть на протяжении всего припева. Ноты ре, до диез, си. Все на второй струне, дальше третья струна, ля, снова си, до, си, фа, ми, то есть фа, диез, ми, на четвертой струне. Еще раз. Еще раз. Дальше здесь продолжаем. То есть на четвертой струне, вторая, четвертая, вторая, четвертая. На пятой струне, потом открытая четвертая. И чередуем с пятой струной на четвертом ладу. Так, открытая четвертая, пятая струна, четвертая и на четвертом ладу. То есть... Соединим. Попытаться спеть, конечно же, эти ноты нужно. Пробуем. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоят мою память никуда. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. В конце заканчиваем таким вот образом. Ре, до, ре, ре. То есть на четвертой струне. Так, в открытую оставляем данный вопрос. Попытаемся спеть теперь под три аккорда это все дело. Поехали. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоят мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю.
ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Мне нужно отправляться в свою хижину, потому что там могут быть враги наши. Я вас благодарю за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если понравился разбор. А мы дальше продолжаем разбирать песни из того самого видео 10 вирусных треков 2000-х годов. Какая же песня будет следующей, вы спросите меня. Я сам не знаю. Пишите в комментариях, какую песню вы хотите больше всего, чтобы я разобрал. Также в описании под видео вы найдете самоучитель игры на гитаре. Освоим гитару за 7 дней, если хотите быстрыми шагами освоить гитару. Если вы сегодня ничего не поняли, тоже относится к вам. Всем до скорых встреч. Пока.